Чтобы мясо свинины получилось вкусным, его надо не только уметь правильно приготовить, но и знать, как замариновать. Горчичный маринад идеально подходит для свинины, делает мясо сочным и нежным. Вкус приготовленного мяса зависит от свежести самого мяса, но очень многое зависит от правильно выбранного маринада. У каждого есть свой особый рецепт маринада для мяса, я не исключение, у меня тоже имеется таковой. Я поделюсь отличным рецептом приготовления горчичного маринада для свинины. Он довольно-таки простой, но мясо, замаринованное в нем, получается сочным и мягким, с нежной ноткой горчицы. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. В небольшой посуде соединим горчицу, соль, черный перец, карри, майонез и чеснок, выдавленный через пресс. Хорошо перемешаем все ингредиенты до получения однородной массы. Хорошенько обмажем приготовленным маринадом мясо свинины и отправляем мариноваться в холодильник минимум на 4-5 часов. Жду ваших лайков и комментариев. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Горчица 1-5 столовые ложки, майонез 1 столовая ложка, чеснок 3-4 зубчиков, карри 0,5 чайных ложки, соль 1 чайная ложка, черный молотый перец 0,5 чайных ложки, свинина 1 килограмм, количество порций 1. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. До встречи!